Вы в прямом эфире. Привет, это лайф? Да. Ребят, у нас тут просто цифровая экономика. Да. Все вы сейчас... Пишите в комментариях. Да. Вот наш самый главный контролер. Максим его зовут. Очень умный. Будет мне помогать. А это уже бойцы. Самые талантливые люди России. Ну и Европы, я думаю. До Америки мы вряд ли дойдем пока. Но в ближайшем будущем есть такой. Вот уже из Махачкалы нам салям. Так. Да. Так, в принципе, пока реакция хорошая. Иногда ругает нас, конечно. Автобус был новый, привет. Да, он очень радостный с новым назначением. Так, мы можем даже сказать, кто у нас здесь. У нас здесь... Так, кто? Да, по три вопроса. Включили. Да, и записываем где-то. Топовые вопросы. Да. Не, ну предлагаю, чтобы Сухому Андреевичу не сильно мучить, наверное, там 7, максимум 10 вопросов, и уже, в принципе, ситуация прояснится. Я наоборот предлагаю Рустаму Андреевичу по максимуму замучить. Максимум информации из него выжить. Нам это будет более полезно. Не, ну здесь он же на самом деле вот практически. Я могу вам обещать, все расскажу, но. Там, где будет мне сложно, я на татарском вам расскажу. Нельзя, да? Есть вопросы, или можно? Можно разрешить. Будет дать ответы. Соответственно, те вопросы, которые мы зададим, должны нам помочь ответить. Абсолютно верно. Да. Ну, у меня есть Максим. Паш, ну смотри, Рустам Андреевич уже озвучил просто основной боль. Да, нам сейчас нужно уточнять. Он все нам расскажет. По большому счету, там текстуально, а там кейс понятен, но сейчас это боль, наверное, всех регионов. Вопрос формулируем. Мы должны сформулировать. Потом просто написал дальше. Вопросы все, да. С высокой горы, с Бугульмы вам привет. О, с Бугульмы. Это кто-то катается, да? Высокая гора – это район, где я раньше работал. Муниципалитет, где я был главой муниципалитета. Кто-то помнит еще меня там. Огромное количество примеров. Ой, привет. Слиногорская вот. Ну, больше салям передают нам.